Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередную лекцию. Общее название лекции у нас будет такое. Аргументы сторон. Мы не будем забывать, что сам наш курс посвящен политическим аспектам социально-трудовых конфликтов. То есть мы не просто обрисовываем там или рассматриваем, какие они бывают, а везде находим, смотрим, какие есть политические аспекты. И вот с этой точки зрения, если мы просто будем говорить об аргументах сторон, то это вроде как некоторая беседа или высказывание противоположных или близких мнений. Одни одно, другие другое. Но мы же знаем, что за аргументами сторон лежат определенные экономические интересы. Причем эти экономические интересы в чем-то едины, а в целом они противоположны. Скажем, если речь идет в интересах собственника средств производства, в интересах наемных работников, понятно, что у них интересы связаны с предприятием. Если вдруг предприятие пропадет или будет разрушаться, то надо сказать, что в сохранении предприятий в России кто больше заинтересован? Собственники средств производства или рабочий? Вот вопрос. И можно сказать, что вот рабочий больше заинтересован, потому что когда пропадает предприятие, то рабочий, как говорится, некуда ему перевести свой капитал. Особенно если, поскольку у него никакого капитала нет, есть одни руки, и поэтому, так сказать, рушится вся его жизнь. Это особенно заметно в таких небольших городах, где есть какое-нибудь крупное градообразующее предприятие. Если вдруг оно по плану собственника средств производства там ликвидируется, потому что, скажем, можно перелить капитал из этой отрасли в другую отрасль, более прибыльную, так, и это естественное для собственников средств производства, акционеров, операция по тому, что они вот перестают вкладывать, скажем, в добывающую отрасль и переправляют в текстильную, а из текстильной в пищевую. И мы знаем, что вот одни и те же предприниматели работают, скажем, и в текстильной отрасли, и в то же время в мясомолочной. Или, скажем, вдруг кто-то занимается тем, что они покупают какое-нибудь средство массовой информации и так далее. И там пытаются получить прибыль, то вот, скажем, для рабочих закрытие завода это означает вообще потерю всей работы, переход в ряды безработных. И поэтому, если вот мы так политически правильно поставим вопрос о том, кто более заинтересован в сохранении отечественного производства, получается, что заинтересованы в этом рабочие, потому что им некуда, как говорится, деваться. Они никуда не уедут, и не на что им ехать, никто их не ждет, квартир никаких нет, не то что за границей, а и внутри страны. А что касается капитала, который имеется у наших предпринимателей, мы знаем очень хорошо с вами, что значительная часть прибыли не вывозится, а выводится за границу. Когда мы говорим «вывоз капитала», это значит, там создаются предприятия за границей, на этих предприятиях работает иностранный рабочий в той стране, куда выводится капитал, и полученная прибыль переправляется в ту страну, где находится собственник средств производства. А у нас что получается сплошь и рядом? Выводится прибыль в офшоры, и эта прибыль ни в какие там предприятия не превращается, покупается какая-то недвижимость за границей. Но часть этой прибыли превращается в капитал, который двигается в России уже как иностранный капитал. То есть здесь сидят собственники этих средств производства, этих средств, которые пошли за границу. Эти средства, которые пошли за границу, возвращаются обратно уже как иностранный капитал. И если они возвращаются как иностранный капитал, как капитал иностранных компаний, которые нашими собственными капиталистами учреждены там, то они приходят в эту самую Россию как иностранный капитал, и прибыль от использования его куда пойдет? Опять уйдет за границу. Вот таким образом получается, что многие наши предприниматели связывают, скажем, развитие своего бизнеса и развитие, значит, своего капитала, увеличение своего капитала не с развитием производства внутри страны, а за границей. И регистрируют там предприятия. Например, возьмем близкий нам пример. Вот у нас из крупных миллиардеров, кого вы знаете в Санкт-Петербурге? Да. Ну вот он, так сказать, фигурально выражается в Санкт-Петербурге, потому что
про крупных миллиардеров не скажете, где они живут. И вот, например, есть такой Лисин Владимир, который является собственником комбината Липецкого металлургического. А вот здесь есть ОАО «Морпорт СПБ», морской порт Санкт-Петербурга. Вот он является собственником этого ОАО «Морпорт СПБ» и получает от него значительную часть прибыли. Половина собственности зарегистрирована как датская компания «Джиск Сталь Индустри», а половина зарегистрирована на Кипре как «Чупа Лимитед». Как бы у нас вот хозяйничает от имени Лисина, но как бы формально независимый, с виду независимый, две иностранные компании. «Чупа Лимитед» кипрская и датская компания «Сталь Индустри». А на самом деле за ними стоит один и тот же человек, который является собственником Липецкого металлургического комбината. И у него есть собственность там в черноморских портах, портах Новороссийске. Таким образом, вот если мы с этой стороны посмотрим на проблему переговоров и коллективных каких-то споров и конфликтов, которые возникают, то, скажем, средства, которыми располагают работники, довольно ограничены. Вот. И они, конечно, не могут быть сведены просто к разговорам. Сколько бы ни сидели, скажем, на переговоры, наш трудовой кодекс выделяет 3 месяца. В течение 3 месяцев... Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. В течение 3 месяцев проводятся переговоры. Все люди, которые участвуют в переговорах, в соответствии с трудовым кодексом, освобождаются от работы на срок до 3 месяцев с сохранением заработной платы. И вот они в течение 3 месяцев встречаются раз в неделю, или 2, или 3, как они сами договорятся с администрацией. И в течение этих 3 месяцев ведут переговоры о том, что вот мы хотели бы то-то, то-то, таких-то изменений. Причем наш трудовой кодекс позволяет по любому вопросу поставить вопрос о проведении переговоров. Достаточно, скажем, одной из сторон, а именно стороне собственников или стороне работников, написать письмецо другой стороне, то другая сторона, если в данном случае этот вот субъект, который написал письмо, таким правом обладает, а, скажем, профсоюз обладает таким правом, если в профсоюзе находится большинство работников. Если большинство работников находится в этом профсоюзе, то он может смело писать письмо. Но это предполагается, что если, скажем, другая сторона будет возражать, ну, это большинство соберет конференцию коллектива, в ней тоже будет явное большинство, поскольку профсоюз имеет большинство. И это гарантированно, даже если только членов профсоюза собрать, гарантированно будет принято такое решение. Речь идет, в данном случае, об аргументах сторон коллективного конфликта, трудового спора. И то же самое с другой стороны. Если администрация по какому-то вопросу от имени собственника хочет провести переговоры, тоже она пишет письмецо той организации, которая представляет коллектив, или это профсоюзная организация, или орган, образованный 2 профсоюзами, тогда достаточно, так сказать, просто им заключить союз между собой, и тогда не важно, сколько процентов у них членов профсоюза. В этом случае это не требуется, что больше 50%. Или это орган, который сформирован на конференции или на собрании трудового коллектива. Вот собрали они, проголосовали, и после этого можно уже, так сказать, выступать от имени этого коллектива, как бы он там этот орган не назывался, там, совет коллектива, или там согласительный совет, или переговорная группа, это не имеет никакого значения с точки зрения закона. И вот по закону они встречаются и беседуют. И 3 месяца беседуют, 3 месяца платят. Но за что платит здесь работодатель деньги? За то, чтобы эти товарищи сидели и, не дай бог, не организовывали никоим образом трудящихся, чтобы они потребовали того, что им, так сказать, необходимо для улучшения их условий труда, заработной платы, улучшения жизни. Поэтому работодатель выставляет там или первого заместителя генерального директора, туда же в группу на переговоры директора по режиму, юриста, главного экономиста. А тут приходит, так сказать, несколько рабочих. Вот, скажем, летом
проходили переговоры в ЗАО. Первый контейнерный терминал, пожалуйста. И вот в ЗАО первый контейнерный терминал, 8 человек были заявлены профсоюзной организацией на переговоры. Да-да, про вас будет кино. И вы у нас будете героиней этого кино. У нас как раз тут были, но уже там всем наскучили эти физиономии, а тут... Забылки. Да, особенно моя. Особенно моя, да. И спины, да. Не, ну тогда они поворачиваются. Ну вот. И вот, так сказать, администрация, так сказать, вот это тоже аргумент. Она вот, скажем, садится, солидно с вами будут беседовать на любые темы и долго вам объяснять. Беседа обычно сводится к тому, я это вот многократно уже слушал, и ее можно как повторять, эту сказку, там, скажем, первый заместитель генеральный директор рассказывает, какая тяжелая сейчас жизнь предприятия, оно на грани выживания. Со всех сторон конкуренты душат, если вам на копейку повысят зарплаты, рухнет, потому что вот держится на этой копейке вся деятельность предприятия, его благополучие. И стоит вам эту копейку вырвать, и как бы на ней все стояло, и сразу все рухнет, все. И это так убедительно, и может даже и слезы, и слеза может прошибить, что, в общем, если вы порядочные люди, так сказать, ну чего вы требуете, как вы, неужели вы не понимаете, что вот если вот, вот и вам же будет плохо, и мы обанкротимся, вас придется, ну как, вы знаете, с ликвидацией предприятия, все увольняются, вы хотите, чтобы вас уволили, ну мы, конечно, разоримся, да это не страшно, что мы разоримся, жалко вас, вас много, нас же мало. Вот, пожалуйста, типичные аргументы стороны. Это вытекает из злостности этих, так сказать, представителей работодателя или из того, что они представители работодателя? Ну, если я представитель работодателя, и если мы это поставим так на строгую такую классовую основу, я кто такой? Я представитель капитала. А что такое капитал? Кто скажет? Что такое капитал? Не скажу, да? Это вам сказали не говорить? Да. Вы партизанка. Но мы пытать не будем. Кто скажет, что такое капитал? Мы солидарны. А, вы солидарны. У нас солидарность. То есть вы из одного партизанского отряда. Да. Понял. Капитал, как говорил небезызвестный Карл Маркс, это самое, очень простое определение. Самовозрастающая стоимость. То есть если у вас есть вот сколько-то денег, и они вот есть и есть, но они у вас самоубывающие сейчас в связи с инфляцией, правильно? Насколько убудет ваших денег в этом году? 8%? На 7,5% пообещали нам в российской газете. Но вы, наверное, ближе к истине. Я думаю, ближе к истине 15 или 16. А это еще ближе. Это еще ближе, потому что можно считать, скажем, инфляцию по всем товарам. Туда включаются тогда острова, дворцы, которые мы покупаем с вами, мы с вами. Вот. А можно посчитать по сметане, капусте, морковке, свекле, картошке и так далее, и тогда получится все 15. И, в общем-то, такие расчеты и надо бы делать во время коллективных переговоров. То есть мы же берем инфляцию по тем продуктам, которые представляют собой предмет потребления вот данного круга работников. Мы же ведем переговоры по этому вопросу. Вот. Это аргумент одной стороны. Другая сторона говорит, что, ну, это тоже типично, что сейчас происходит. Причем это происходит... типично потому, что нынешнее общество, оно уже как бы планомерно организовано в известном мере. Почему? Потому что был такой экономист Джон Мейнард Кейнс, вам известный хорошо, слышали, по крайней мере, да? Он написал прекрасную книгу, очень я всем рекомендую, маленькая книга «Общая теория занятости, проценты и денег». Экономист известный, он был лорд. Вот. Причем настолько известно, что и Ленин, его, когда писал работу «Империализм как высшая стадия капитализма», его тоже цитировал. Он Ленина пережил и в 1935 году издал эту книгу. И в отличие от таких вот грубых апологетов капитализма, которые говорили, нет, тут никаких кризисов никаких нет, это общество всеобщее благоденствие, потом раз, 29-30 год, капитализм, как сказать, начал очень сильно падать. И был там мировой кризис, когда выливали молоко, сжигали зерно, пропадали средства производства, скачок безработицы и так далее. А перед этим были так называемые гарвардские барометры,
которые обычно делают так. Считают, что вот если 2-3 года так шло, так, наверное, если так будет и дальше идти, то мы в таком-то году будем вон там. А оно как раз вот дошло до этого и пошло вниз. И именно вот самые в эти годы, видимо, и толкнула мысль вот гражданина Кейнса на то, чтобы сформулировать положение о том, что в условиях капитализма кризисы неизбежны. И в этом смысле Маркс был прав. Но он предложил систему государственного регулирования. И в эту систему государственного регулирования входило, во-первых, составление различных программ государственных. В нее входило установление регулирования нормы процента. Допустим, если у вас сейчас идет, так сказать, большой очень спрос на деньги, так, очень большой спрос на деньги, и это приводит, так сказать, к каким-то отрицательным явлениям в экономике, вы можете приподнять ставку процента, и тогда, так сказать, поменьше будут брать, вкладывать. И когда наоборот, смотрите, мало вкладывают в производство. Нужно вкладывать в производство, обновлять технику, значит, повышать, так сказать, производительность труда. На этой основе можно снизить ставку процента. И вы видите, например, в современном капитализме, вот нет этого единообразия в установлении нормы процента. Какая норма процента в Соединенных Штатах Америки, по которой можно получить кредит? 1.5%. 1.5%. Вот там иногда люди нападают, вот американцы, они такие сяки, они-то в чем-то и сяки, и в чем-то и такие. Но мы же должны критически относиться ко всему, что мы получаем. Значит, есть то, чему надо поучиться. Значит, вот в Америке 1.5%. И вот представьте себе какого-нибудь русского капиталиста-патриота. И я обращаюсь к нему, говорю, вот вы русский капиталист-патриот, идите в русский банк и берите там кредит. 20. Под 20%. Вы говорите, я, конечно, патриот. Вот. И я готов там, сказать, я за родину и так далее, но я пойду в банк все-таки в американский. И, по-моему, это кажется очень естественным. Почему? Ну, потому что это естественно, если это капиталист. Ну, с какой стати он пойдет брать под 20, когда он взять под 1.5? Хорошо, я ему говорю, давайте ближе, не идите в американский, идите хоть в западноевропейский, там 2-2.5-3. Уже легче, он туда может пойти. А тут наши выступают, Набиуллина говорит, нет, идите к нам, у нас 8 только ставка рефинансирования, по которой наш Центробанк дает коммерческим банкам. Центробанк не может дать, так у нас устроен закон. Я не знаю, в интересах чьей страны он устроен, только не в интересах нашей страны. Значит, под 8% дается коммерческому банку, коммерческий банк может уже давать в кредит с предприятием или населению. И того, какие же у нас получаются ставки, не ниже 12%. Вы уже назвали 20, я знаю, что есть и 22, и 23. И вообще, ну так вот, если с точки зрения обывательской говорить, самое хорошее, если у вас есть какие-то деньги, завалялись типа 30 миллионов, то, конечно, не надо строить предприятие. Ну зачем эти хлопоты, там строить предприятие, куда-то возить, чего-то грузить. Представляете, там это стройка, это значит надзор, там, ну что-то потом СЭС, пожарники. А тут идешь в Центробанк. Ну, понятно, если я кого-то убил, зарезал, у меня есть 30 миллионов. Как известно, если дальше назад, 5 лет, уже амнистия. Правильно? Причем эта амнистия объявлена, государство говорит, амнистия капитала. Но капитал-то не может совершать преступление, не надо на него наваливаться. Преступления могут совершать капиталисты. Но сказано, амнистия капитала. То есть вот не спрашивайте меня, откуда я взял эти деньги, вот туда 5 лет назад. Вот за эти 5 лет ближайшие, а за ближайшие 5 лет я уже могу отчитываться как добропорядочный банкир. Посмотрите, сколько у нас банков. Вы пройдите когда-нибудь, вот начните с Литейного, идите там, Невский пересечете, потом пойдете и до церкви, до Владимирской, по Владимирскому проспекту, через каждый второй дом вы найдете банк. Банк. Я уже говорил вам, что вообще это, конечно, не банки. Потому что какие же это банки? Банки – это, по определению, это организация. Такая организация по обслуживанию производства, которая временно свободные деньги в хозяйственном обороте накапливает и направляет туда, где имеется их временный недостаток.
за среднюю норму прибыли. То есть вот вы в промышленности являетесь предпринимателем, вы в сельском хозяйстве, а я банкир. Значит, если у вас 10, у вас 10 норма прибыли нормальная, и у меня 10. Нет, а у меня 100, 50, 200, 300 и так далее. То есть по этому критерию у нас вот эти организации, которые обозначены как банки, не проходят. А вот мы сейчас говорим о том, что значит политический подход, что мы ни в какие названия, бумажки, ярлыки не верим, а разбираемся по существу. Что за этим стоит? За этим стоит ростовщическая контора. Разница с ростовщической конторой только одна. То, что если я в средние века был ростовщиком, то я давал в рост. Ну, понятно, ростовщики тоже не своим горбом. Но непонятно, откуда деньги, но я свои деньги давал. А сейчас, как только я банк организовал, 30 миллионов, так сказать, вложил в это дело, в регистрацию, дальше я иду в Центробанк, получаю под 8, отдаю под 22, 22 минус 8, 14. И 14% оседает в моем кармане. И вы хотите, чтобы я это мучился этим производством? Сейчас никто и не мучается производством. Посмотрите, что умирают производственные предприятия. Ну, потому что как можно заставить, вот, если я капиталист, если я могу получить 14, не трудясь, как бы, не особенно мучаясь, с точки зрения организации производства, не с точки зрения непосредственно исполнения трудовых функций. Зачем я буду мучиться, когда я могу пойти в Центробанк, взять его госпожи Набиуллиной под 8% и потом получить 22 и расплатиться, соответственно, Набиуллиной, и меня это не волнует. И все. А еще я могу пойти в Европу, а еще я могу пойти. Конечно, я лучше пойду в Европу, а еще в Америку. И поэтому у нас тоже есть сращивание нашего промышленного капитала. С каким капиталом? С банковским американским и с банковским западноевропейским. Поэтому, когда у нас говорят, да, это ерунда, эти санкции, не ерунда. Не ерунда, потому что там мы не можем получить, а наши вот такое задрали. Казалось бы, сейчас, если мы хотим бороться с этими санкциями, да ну опустите до единицы, до 1%. Ну, они накинут, конечно, и ограничите там 6%, сколько может себе коммерческий банк брать. Тогда под 7% вы получили, 10 прибыль, 3% вам останется. Ну, так же вообще нельзя вести хозяйство. Причем у нас вот даже на средства, так сказать, необходимые для производства оборонной продукции, выделялись средства так, что до 1 июля ни копейки не приходило. Они куда-то попадают в банки, все же через банки идет. И там, значит, это вот оно двигается из правительства. Знаете, как трудно перевести деньги? И доходит. Матвиенко писала письмо в правительство, когда была губернатором, что у нас ни одно предприятие оборонное, а у нас тьма их тут, и исторически так сложилось, очень много оборонных предприятий, не получило ни копейки. Вы как-нибудь дайте теперь, значит, как они из этого вышли, трехлетки делают. Трехлетки хоть, ну, первые там не сразу получают, но хоть потом второй и третий год. И сейчас он стал как-то дышать еще, оборонная промышленность, а просто было невозможно. Вот что получается, если посмотреть с другой стороны. Поэтому, когда мы берем те же самые предприятия, с одной стороны, значит, нагнетаются эти промышленники, что такая ситуация плохая. А с другой стороны, на самом деле она такая, что куда податься бедному там организатору производства, если он капиталист. Потому что им очень трудно организовывать производство в такой ситуации. Но вот эти все переговоры сводятся к тому, что одни и те же аргументы перекатывают. Одни говорят, что у нас жизнь не улучшается. А жизнь что у рабочих? Как меняется? Инфляция идет? Идет. Если она 7%, значит, ваше благосостояние сократится на 7% с гарантией. На 7,5% нам пообещали сейчас. Но вы уже пообещали нам больше. 8%. Я обещал 16%. То есть... И вот 16 даже. И вот эти самые профсоюзные организации, которые ведут коллективные трудовые споры, их миссия состоит в следующем, что, дескать, вот весь их профсоюз, он находится на эскалаторе, который идет вниз, они учат его бежать вперед вверх, в смысле получения какой-то зарплаты, и никак не могут до верха это добежать. Вы пробовали когда-нибудь, вот когда идет эскалатор, идти вверх? Но если еще вы с самого верха начнете, вы успеете добежать наверх. А если снизу начнете бежать, то вряд ли вам сил хватит добежать до самого верха, если пойдете, так сказать, на встречу эскалатор. А вот этот эскалатор придумал тот самый Джон Мейнард Кейнс, о котором я говорил. И говорит, чего вы, он пишет в своей книге, ну чего вы там конфликтуете со своими работниками?
То есть вот у него был именно политический подход. Давайте, говорит, чем, чтобы вам не конфликтовать со своими рабочими, давайте государство просто сделает так, что снижались цены, повышались, чтобы цены, идет инфляция, а у вас, а вы им объясните своим рабочим, ну это стихийный бизнес, мы-то не виноваты. Ну что делать? Ну, вы видите, у нас все, на все нам, на все повышается. На что? Хотя на самом деле, если мы внимательно присмотримся, то инфляция не состоит в том, чтобы повысить цены на все. А как сформулировать инфляцию? Это повышение цен на что? Вот обратите внимание, что инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Кроме одного товара идет повышение. Кроме товара рабочая сила. И поэтому, конечно, представители работников в этой ситуации, там, со своими аргументами, когда они выходят и повторяют вслед за работодателями, что мы требуем индексации, то индексация – это такое требование, которое сводится к тому, что вот смотрите, в течение года у меня этот треугольник отняли, треугольник, то есть связанный с понижением жизненного уровня, и вернули, если будет индексация в конце года, на тот уровень, который был год назад. В следующем году то же самое. Это значит, вы никогда, если вы в нищете, то никогда вы из нищеты не выберетесь. Вот, так сказать, к чему сводится индексация. Поэтому слушать эту индексацию довольно скучно. Я вам сейчас хочу дать некоторые сведения, которые позволяют вам посмотреть, как это выглядит в реальной жизни. Значит, у нас сейчас прошли недавно совсем 17, 18 и 19 октября два очень крупных мероприятия, которые все освещаются, именно сейчас еще не полностью освещаются в нашем интернет-телевидении, это была конференция в Нижнем Новгороде, которую организовал Фонд Рабочей Академии, Невинномысский институт экономики, управления и права. И организатором ее, председателем оргкомитета, является доктор экономических наук, профессор Нижегородского университета и заведующий кафедрой Золотов Александр Владимирович. Я там тоже участвовал, выступал с докладом и был одним из ведущих. И там был профессор Казенов, который является заведующим кафедрой торгово-экономического университета нашего, Санкт-Петербургского. Конференция называлась так: «Коллективно-договорное регулирование как проявление закона единства и борьбы противоположностей». Вот очень даже так политически заостренно. Значит, выкладываются материалы этой конференции, почти все уже выложены на Красное ТВ. На Лен.ру, это ленинградское интернет-телевидение, или на Красное ТВ. И поскольку там на главный долго не висит материал, потом он уходит в мозаику. Если вы откроете мозаику, там вы увидите и первое, и второе, и третье. Там приехали в том числе два докера с упоминавшегося мной уже контейнерного терминала первого. Они выступали с докладами на конференции, товарищ Ханин выступал, докер-механизатор. Вот. И следующее мероприятие было там же, 18-19, заседание Российского комитета рабочих. Там политически оценивалось ближайшее, совсем недавнее, политическое предложение Международной организации труда. Давайте, говорит, сделаем 4-дневную рабочую неделю. И письмецо такое направлено во все страны Международной организации труда. Ну вот участники и конференции, и Российского комитета рабочих, это вы можете посмотреть, вот, так сказать, в видео, оценили это так. Значит, ну давайте тогда еще, можно ведь и в 2 дня вложить все рабочее время. Ну что, поработайте по 20 часов, 4 часа поспите, одни сутки, 4 часа другие. И 5 дней будете отдыхать. Красота. А вам не нравится. А в чем замысел-то это состоит? Замысел очень простой и политически правильный с точки зрения там, интересов собственников средств производства. Значит, когда у вас рабочий день 8-часовой, вот там выступал из Москвы Шишкарев, рисовал часы. Это вы будете работать, это вы будете ехать на работу, это вы будете кушать, это вы будете там, немножко отдыхать, это вы немножко будете читать и спать. И все. Это если 8 часов. А если уже у вас в день 12 часов,
то уже какой там заниматься. Все. А профсоюзной работой уже вы не можете заниматься. Никакой политической работы вы тоже не можете. То есть вы не можете сорганизоваться. Сорганизоваться можете только на работе. А вы на работе к вам не подходи, потому что у вас 12 часов или больше. А после работы они сели и уехали. Я это наблюдал как докер. Уехали домой. И оттуда тоже извлекли. Они после такой работы, когда они работают по 12 часов и сменно, то они уже оттуда ни для каких профсоюзных мероприятий не приедут. И все. И вся самоорганизация, так сказать, трудящаяся, вся пропадает. Поэтому это очень хорошее предложение. С точки зрения вот аргументы. Аргументы стороны. И этой стороной выступает не, даже не национальное какое-то, так сказать, там, правительство, а вообще международная организация труда. И как бы она от трудящихся труда. Ну, это растяжимо. Это говорят, пусть владыкой мира будет труд. Так труд или трудящиеся? Дескать, вы работаете, а мы найдем, как использовать плоды вашего труда. Поэтому, когда говорят, что вот там политэкономия труда, ну, тогда политэкономия отдыха тоже неплохо бы звучало. То есть, как-то здесь люди-то пропадают в этом деле. Вот поэтому, когда мы смотрим на этот процесс, мы видим, что здесь договоренности за столом переговоров получиться, как правило, не может. Как правило, не может. И тогда совершается переход от силы аргументов к аргументам силы. А наш российский законодатель, ну, то есть, так сказать, это вот политическое действие, да, вот он принял такой закон, что вам разрешается на своем предприятии перетягивать канат между работодателем и работниками. Если работодатели в свою сторону перетянут, молодцы. Если работники в свою сторону перетянут, молодцы. Собственно, так устроено все наше судопроизводство. Это мы говорим только о спорах, о судопроизводстве. Вот наш председатель Следственного комитета, товарищ Бастрыкин, которого я хорошо знаю, потому что он был у нас замсекретаря парткома по идеологии, а я был вот на этом факультете замсекретаря по, тоже по идеологии, только факультетского. Я к нему ходил, он был мой начальник. Вот Бастрыкин все время, значит, добивается того, чтобы вставили в процессуальный кодекс и в уголовные, и гражданские положение о том, что суд должен добывать истину, искать истину. А сейчас ведь истину не, этот суд не должен искать. Вот если мы судимся с вами, если я вас переговорил, я молодец, а вы судья, вы скажете, молодец, Михаил Васильевич, вы выиграли. А если он меня переговорил, он молодец. А я говорю, что же вы, Михаил Васильевич, вы скажете? Надо было активнее как-то так действовать. То есть дело суда посмотреть, ну как вот судья в волейбольном матче, если вы больше забили голов, ну как вы выиграли, если вы больше забили, вы выиграли. То есть, ну а если вы чувствуете, что судья явно подыгрывает другой стороне, что нужно сделать? Надо побеждать со счетом 8-2, тогда судья еще 4 штуки подкинет ему, припишет, и вы со счетом 8-6 выиграете. Вот я бы вам посоветовал, как специалисты в этой области, если вы хотите. Если вы думаете, что пришли, он будет в истину выяснять, а нету, там не записана истина. Что написано в Гражданском кодексе процессуальном? Суд построен на состязательности сторон. Вот состязайтесь. Кто выиграет, тот и выиграет. Поэтому государство наше вовсе не против того, чтобы выигрывали работники или выигрывали работодатели. Да кто выиграет, тот и выиграет. Поэтому здесь надо понимать, никогда это не заканчивается, только за столом. Никогда. Серьезные появляются конфликты, и эти конфликты появляются как переход от силы аргументов к аргументам силы. Но мы с вами не должны забывать, что хотя конфликт – это обострившееся противоречие, всякое противоречие – это единство и борьба противоположностей. А можно перевернуть. Это не только борьба противоположностей, но и их единство. А если единство, значит, возможны и такие варианты, когда можно достигнуть компромисс так, что улучшается положение одной и другой стороны. И такие варианты, если они есть, тоже надо находить. Правильно? Вот для этого случая у нас есть тут специальная такая заготовка, тайная. Тайная заготовка. У нас вот на последней партии сидит товарищ, который сейчас выступит в порядке практики, знаете, педагогической, и расскажет вам, что такое в коллективных трудовых спорах политико-экономический компромисс. Слово представляется вам, вы себя представите, а я тоже буду слушателем и внимательно буду слушать, как вы нас, нам преподаете.
Здравствуйте. Чувствуете, как у нас все отработано? Да, да. Воробьев Роман, студент пятого курса, философский факультет. Тема моего доклада – это политико-экономический компромисс, основанного на лекции Михаила Васильевича Попова. Вы громче. Основанного на лекции Михаила Васильевича Попова. Соответственно, в этом докладе я хочу рассмотреть три вопроса. Это понятие заработной платы, размер заработной платы и выплата заработной платы. А компромисс вы нам расскажете? Да, в процессе. Ну, вот вы не перечислили. Да, то есть при определении оптимальной заработной платы, соответственно, сталкиваются интересы двух сторон, то есть двух классов. Это, с одной стороны, буржуазия в лице предпринимателей, и, с другой стороны, пролетариат в лице работников. И поскольку это конфликт не одного работника, да, не одного работодателя, а целых классов, то он, соответственно, носит политический компромисс с экономическим оттенком. И вот... Ну, в чем компромисс? Тут еще вроде борьба, вы сказали борьба. А где компромисс? Это в дальнейшем можно будет. А-а-а. Понятно. И у каждой страны есть свои средства борьбы. То есть со стороны... А буржуазии со стороны работодателей, они имеют законные средства в лице государственного аппарата. Ну, это, например, допустим, инфляция, как вы говорили, то есть, там, допустим, сейчас инфляция 7,5% годовых. Ну, вот эти вот проценты, они в конце года пойдут в карман работодателя. Также второй легальный способ – это вот мигранты, да, которые приезжают к нам на работу с ближним зарубежьем, соответственно, они работают не за более дешевый оплачиваемый труд. Также есть нелегальные способы, это когда принимают на работу без всяких документов, и, соответственно, никаких нет отчислений в пенсионный фонд, налоговый и так далее. А это вот с одной стороны, да, и с другой стороны, со стороны работников, у них есть другие методы. Ну, это самый законный метод, это забастовка. То есть у нас в России не запрещена забастовка, они могут выражать свои интересы путем забастовки. Ну и, соответственно, собирать собрания, профсоюзы, не знаю, там, выбирать главного среди коллектива, и чтобы он решал этот вопрос работодателя. Ну, соответственно, один человек. Ну почему один? Их много, может быть. Соответственно, в этом договоре можно написать все, что не противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации. Поэтому в этом плане это очень хорошо. Нет, в коллективном договоре можно записать все, что улучшает положение работников, а то, что ухудшает, нельзя записать. То есть то, что не противоречит, в худшую сторону, а в лучшую, пожалуйста. Закон не запрещает улучшать положение работников в коллективном договоре по сравнению с тем, что в законе. Так что тут как бы только в одну сторону. А вы добивайтесь, пожалуйста, ваше дело. Бастуйте. Конечно, есть представители профсоюза, представители работников, которые очень уже много лет могут сидеть на одном и том же месте. И когда вот это происходит, никакой ротации нету, могут быть какие-то отношения с другой стороны, работодателем, невыгодные самим работникам. Поэтому это тоже является минусом. И вот для недопущения вот этих вот конфликтов нужно, чтобы была оптимальная заработная плата. Да, так вот и напрашивается вопрос, а какая должна быть оптимальная заработная плата? И вот по состоянию на 2011 год, как вы сказали, оптимальная заработная плата должна составлять с учетом налогов и инфляции 235 тысяч в месяц. Если один работающий. Если один работающий, да. Если два работающих, то 143 тысячи в месяц. Ну, допустим, вот есть семья у нас, двое детей, да, если разного пола, то, соответственно, должна быть четырехкомнатная квартира. Почему двое детей? Ну, два разных пола. Ну, в России, если двое детей будет воспроизводиться население России или будет сокращаться? Вы чего хотите, чтобы России нашей не стало? Почему? Вы чей представитель? Чем более? Вот статистика говорит, что нужно
Нет, нужно 2,4. Ну, вот 0,4 не рожают женщины. Нужно. Понимаете, вот ну что делать? Поэтому тут, хочешь не хочешь, сколько надо детей тогда? Троих. А? Троих. Троих, да. Семья из пятерых человек. Это та, которая является нормальной. Хотя я хочу сказать, я вот недавно был в Адыгее в прошлом году весной. 4 человека в семье – это как минимум. И живут хорошо, и дети такие, сказать, ухоженные, воспитанные, и люди такие, сказать, и образованные. Пора в Адыгее? Нет, пора взять пример Адыгеи на вооружение. Так вот, чтобы семья хорошо функционировала, нужна квартира четырехкомнатная, а чтобы получить эту квартиру, не знаю, либо нужно получать 235 тысяч в месяц по состоянию на 11 год, либо брать ипотеку. Либо пистолет, либо автомат. Ставку, которая сейчас у нас установлена. Также, что там нужно, детей отвезти в детский садик, тоже нужны деньги, в школу, машину. Бесплатно должен быть. Да, машина, которую тоже можно, нужно покупать и которую тоже нужно обслуживать. Это все является основанием для того, чтобы вот складывалась оптимальная заработная плата. И вот, конечно, она очень хорошая, даже на 2000, я не знаю, сколько сейчас она должна состоять, если в 2011 году она должна состоять с учетом всех налогов. Или а у них есть, у них в методичке есть уже расчет на 2014 год. Тут уже этот продвинутый быть. Товарищ. У вас у всех есть методичка эта? Ну, я не с собой нашел дом. Ну, есть она у вас. У вас нету или есть? Пока еще нет. Надо вам подарить, я вам подарю. Вы продолжайте. Я для вас и делал. Летом в отпуск делал. Печатал. Да. Сразу вывод. Можно сделать такое, чтобы найти компромисс. Со стороны работников и работодателя должна быть оптимальная заработная плата. Но при этом не нужно бросаться с крайности в крайность. Если это бастуют, да, работники, то нужно это все делать цивилизованным путем, чтобы не применялись какие-то силовые методы, чтобы не приходили ОМОН, полиция не разогнала это все. То есть нужно, чтобы это все было цивилизованным. Ну, соответственно, стремиться к тому, чтобы у нас зарплата была. Так а где компромисс? Компромисс в оптимальной заработной плате. А что такое компромисс вообще? Не могли бы просветить трудящихся? Как вы понимаете когда, компромисс? Когда обе, одна, когда одну сторону устраивает то состояние дел, которое устраивает другую сторону. То есть, допустим, я подойду к Кириллу, заберу у него карандаш, а отдам ему свою ручку. Если это его устроит, то это является компромиссом. Но если я подойду, ничего себе компромисс. Я считаю, это грабеж. Кирилл вас ограбил. Вы ему отдали карандаш, забрали, отдали ручку. Вы отдаете карандаш, заберите вот телефон. Это вы уже будете грабить. Отдам ему ручку свою, заберу у него его телефон, то это уже не будет. Это пример. А как бы сформулировать, что такое вообще компромисс? Вот я сейчас к вам подойду и скажу, так, давайте вот вашу, снимайте эту рубашку, она хорошая. И что у вас в карманах есть, там, и кошелек, пожалуйста, сюда. Вот такой компромисс. Это компромисс? Это компромисс. А что компромисс? Что такое компромисс? Это соглашение с двух сторон. Ну, это двух сторон. Давайте согласимся, что вы отдаете мне все деньги и рубашку. А я улыбаюсь. С учетом интересов всех сторон. Я учел ваши интересы. Я учел, я внимательно выслушал. Учел ведь это ничего не означает, кроме того, что я внимательно выслушал, потому что я хотел у вас еще и другое забрать, и ботинки, но думаю, вам все-таки сейчас уже, да, как-то, ладно, идите домой в ботинках. Вот я и учел. Ну, это, я считаю, это справедливо. Вам зачем ботинки? Зачем вам это все? Вот я профессор, а вы студент, и я думаю, что справедливо будет мне забрать у вас это все. Как вы считаете? Зачем вам ботинки? Как зачем? Продам. Мы же сейчас в каком обществе? В товарном хозяйстве живем. Несите, что у вас есть. Это компромисс? Нет. Вот как-то надо определение дать. Кто-нибудь может сейчас дать определение компромисса? Это решение конфликтной ситуации путем уступок. Путем не против. Да, если путем уступок, я все с вами разрешаю. Я еще уступаю, потом еще уступаю, потом еще все уже снял. Если бы это был конфликтный... Вот, нет, можно сказать путем уступок? Или что-то не хватает слова? Взаимно. Вот, взаимно. Голова. Чувствуете, какой народ у нас умный? Путем взаимных уступок.
А если я вам уступок не делаю, это не компромисс, а грабеж. Я вас ограбил, говорю, это у меня такой компромисс с вами. Вы все отдаете мне, а я вам говорю спасибо. Мне не хотелось говорить спасибо, но я такую уступку сделал. То есть вы назвали грабеж компромиссом. Да, да. И хочу это выдать за... То есть поэтому надо... Это даже по форме будет выглядеть вроде как компромисс. Понимаете? Но надо видеть, что есть действительно несоразмерные эти уступки. Или один, так сказать, какой-то... Один сантиметр прошел навстречу другому, а другой километр прошел навстречу другому. Это компромисс или нет? Компромисс, вот если уж брать модель компромисса, это, наверное, так сказать, мы с вами, если идем на компромисс, то вы 2 метра, я 2 метра, вы шаг, я шаг. А если вы ни одного шага, то от меня не ждите, правильно? Тогда нет никакого компромисса. Если мы навстречу вообще не пошли, то это не компромисс. А если пошли, так ну где-то на соразмерное расстояние с обоих сторон. То есть это взаимный компромисс, да, и, наверное, соразмерный. Чтобы они как-то по значимости были такие. А не так, что я вам копейку даю, а от вас требую богатств на 1000 рублей. Это никакой не компромисс. Это такая форма грабежа, но с виду так, как будто вот мы взаимно все делали. Вот. Так вот, где тут компромисс с этой точки зрения? В чем тут компромисс? Какую уступку делает одна сторона, а какую другая? Покажите, где вот это есть взаимные уступки. Какую уступку, значит, работники делают, какую уступку делают работодатели. Пока вот как-то не очень ясно. Со стороны работодателя в том, чтобы повысить заработную плату. Да, а со стороны работников? Даже проиндексировать ее с учетом инфляции. Но если проиндексировать, это значит оставить, как мы и говорили, оставить на прежнем уровне, вернуть на уровень прошлого года. Это вот обычно это и делает министр. Я же вам проиндексировал. Это разве уступка? Проиндексировать – это уступка. Да это вообще ничего. Вот у нас есть 134-я статья Трудового кодекса. Там написано «Обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы». Я вам вместо того, что написано по закону, повышение и обеспечение повышения, я вам заведомо никакого повышения не делаю. Вы понимаете, если я вам возвращаю на прежний уровень прошлогодний, тут нет никакого повышения, тем более обеспечения. Поэтому, если индексация, это точно не компромисс. Тогда повышение, в первую очередь, зарплаты. На копейку тогда. Да. Если вы так меня начинаете, вот я вам на копейку повышаю зарплату. У вас было 15 тысяч, сейчас будет 15 тысяч, одна копейка. Это повышение? Тогда нужно говорить, насколько... Так, а кто вам запрещает говорить, насколько надо? Вы запрещаете? Говорите. Да, там повышение заработной платы на 30%. Не на 30%, а надо, чтобы было... А если инфляция 60%? Поэтому ваше 30% ничего не говорит. Надо как-то связать. Надо больше банку брать. Вот. Но если больше на одну копейку, чем инфляция, пойдет? Ну так вот, так надо договаривать. То есть, если вы хотите сформулировать этот компромисс, так надо его формулировать. Это не такая простая вещь. А потом люди на это вот ловятся, им говорят, вот мы вам проиндексируем, хорошо. Вот мы вам повысим, повысили на копейку. Вот и все. Значит, повышение заработной как вы считаете нормальным, какое повышение бы вы вам предложили? Повышение номинальной зарплаты с учетом инфляции в 7,5%. Повышение заработной платы с учетом инфляции плюс... Плюс сколько? Ну, я и спрашиваю, плюс сколько? Вы будете формулировать, вы посоветуете товарищам, товарищи сидят работники... Сколько? 40? Да. Ну и что это? Вы хотите компромисс? Не пойдет. Ну, вы хотите же договоренность получить? Вы как вы себе представляете? Пойдет на 40% работодатель? Нет, работодатель не пойдет. То есть вы специально делаете? Вы как провокатор выступаете? Дадим ему 40, чтобы он не согласился. Потому что с революцией сразу после этого. Да. А согласиться на 10-15? Думаете? А кого, вы хоть от какой в практике видели, чтобы кто-то просил на 40? Вот я вот у нас была забастовка год назад ровно на Анталине. Это завод автокомпонентов. Сколько они требовали сверх инфляции? Я помню, 30%. Но это уже ближе к тексту. Насколько 30, да, 30 они требовали. Но они требовали не в коллективный договор, чтобы так было все время. Это компромисс. А разовое. А разовое можно, так сказать, вот вам сейчас кинуть на 30, а потом эта инфляция все у вас заберет. Ничего страшного. Это хороший компромисс. Но ничего не получилось у них, не согласился. Они, правда, таскали фигуру этого капиталиста такой у них, носили ее. Вот. Но не выиграли они. Так а чем кончилось? Их всех уволили, нет? А? Их всех уволили? Не, никого не уволили. Просто они проиграли. Просто компромисса не получилось, и все, ни о чем не договорились.
Ну, то есть они работают те же деньги, что и работали до забастовки? Ну, продолжают работать. Ну, там пытались уволить, всех восстановили. То есть это... Незаконно увольнять, как бы, да, в забастовке? Ну, незаконным признали их увольнение, прокуратура восстановила. То есть там такое сложное было событие. Но оно закончилось-то чем? Проигрышем в итоге. Так вот, если вспоминать недавний пример, во Всеволожске, да, была забастовка на заводе «Форд». Да. Это была забастовка по западному образцу, и работники требовали, если я не ошибаюсь, повышения заработной платы. Повышение, я еще раз говорю. Я, если не ошибаюсь, мы повысили на 15-21%. Один раз? В разовое? Нет. Так вот, вы как за какое? За разовое или за систематическое? За... Ежегодно. Записать в коллективный договор, что ежегодно. Вот на Всеволожске как раз было, у них в коллективный договор было записано инфляция плюс 2,5%. Вот это сила. То есть каждый год, вот если у вас 30% инфляция, значит на 32,5%. Если 5%, то на 7,5%. Если на 1% инфляция, то на 3,5%. Как бы, пожалуйста, нас инфляция тогда не волнует. Но сверхинфляция 2,5%, будьте добры. Но это компромисс. Да. То есть договорились, заключили договор. И обычно пишут в таких случаях в договоре, если это компромисс, что по тем вопросам, которые урегулированы в коллективном договоре, забастовки, сторона работников обязуется не проводить. По тем, которые регулированы, а по поводу тех... А если вы скажете, по всем вопросам обязуются не проводить, тогда вы отказываетесь от конституционного права на забастовку. И вообще у вас тогда отпадает единственное средство у работников, которое есть. Никаких других средств-то и нету. Потому что у вас есть? У вас капитала нет. Только... Образование у капиталистов, я думаю, выше, чем представителей работников и у их менеджеров. Опыт у них больше. Разговаривать они разговаривают. Ну, может, там мы можем с ними соревноваться, я имею в виду профессуру. Но обычные, так сказать, трудящиеся, вряд ли они могут с ними соревноваться, потому что эти все руками работают, а эти языком и головой. То есть мы же не считаем, что вы не считаете же, что капиталисты, он же глупые люди, нет? Они же не глупые люди, они толковые достаточно, и люди у них работают образованные. Вот закончат сейчас конфликтологию, пойдут работать менеджерами. Может, и сейчас уже работают, не будем говорить, кто и кем. То есть вообще вот это знание, вот знание вообще сила, в том смысле, что на какой стороне там человек оказывается в той или иной жизни, это уже другой вопрос. Это вопрос уже, скажем, политический. Это вопрос уже решают сами люди. А с точки зрения того, чтобы знать, как это все разворачивается, чтобы видеть, какие тут возможны ходы, препятствия, возможности и так далее. И какие тут есть возможные компромиссы. Потому что, например, скажем, я не сомневаюсь, что Форд, например, если бы он был сейчас у нас, Форд, который изобретатель был умнейший человек, он бы, конечно, пошел на это дело, он бы сделал там 3,5% и постепенно собрал бы все самых лучших рабочих, и у него было бы все надежно. И, конечно, он бы не гастарбайтеров ставил на сборку. И все бы говорили, это сборка фордовская, это выше. Ну, а что, что толку, что она фордовская? А кто туда, на кого набирает? Сейчас набирают. Ну, набирают, кого наберут. Да. И мы сразу же разбираем, в чьей сборке это все там, где это собирали. Потому что название сейчас можно прилепить любое. Да. Вот. Хорошо. Так, ну, пожалуйста, продолжайте, что у вас еще есть по этому поводу? Или у вас все возглавили в основном, да? Ну, спасибо большое, Тарас. Видишь, я, если вы не возражаете, я продолжу. Мне осталось 4 минуты. Я хочу сказать, что есть такие решения, именно в силу единства интересов, потому что на одном предприятии, которое позволяет одновременно улучшить. Не то, чтобы найти просто среднюю какую-то. Когда вот если вы блин делите, то вроде как тут выхода нет. Если я себе больше отрезу, вам меньше достанется. Если вы вам больше отрежу, мне меньше достанется. Но это ведь экономика, это же не блин. А это постоянное движение и развитие. Если вот технический прогресс идет, то есть если я как капиталист, предприниматель, не такой предприниматель, который перетягивает свой просто этот блин в свою сторону вот таким образом, как инфляция. А если я действительно внедряю научно-технические достижения, не в ларьке нахожусь по принципу «давайте поддержим мелкий бизнес», ну в ларьке ведь научно-технический прогресс вы не используете. Там ведро вместо туалета, о чем разговор. И все собирается все поддерживать мелкий бизнес. Вот крупное предприятие, там, сети, которые, так сказать, сразу работают на несколько стран, так? То есть, так сказать, все это планирует, механизирует, автоматизирует. Производительность труда повышается. Вот что будет с производительностью труда,
если мы ее повышаем из зарплаты. Вот у нас была заработная плата вот такой величины. Z. И вот мы ее делили на вот такое количество продуктов. Q. А теперь у нас заработная плата, та же, если сохранится заработная плата, будет делиться, если выросла производительность труда, допустим, ну я отберу вдвое. Вдвое. Например, почему я беру вдвое смело? Потому что, скажем, войну в СССР, производительность труда с 42 по 44 год в производстве военной техники выросла вдвое за 2 года. Вот тогда появились роботы. Нет. Тогда появились вот эти самые роторные линии. Роботы, они большого производительности труда роста не дают. А вот роторные линии, когда вы не только быстро обрабатываете, но вот этого перехода на другой станок нету, когда значит, все это быстро делается, потом снимают, вручную телегу катят, потом она где-то лежит, потом поднимает, надрывается, ставит, потом опять налаживает. А тут идет один барабан, вот он дошел до этой точки, он переходит на другой барабан, другая операция, потом на третий барабан. И тут движение такое же круговое, как вообще во всей Солнечной системе. Вот представьте себе медленное движение, когда налаживает. Потом быстрее, 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 и все пропорционально, так сказать, все в единой мере ускоряется, и потом вылетают оттуда патроны, сосиски, авторучки. Помните, авторучки заряжали? Помните, были цены? Вы пойдете и заряжите свою авторучку чернилами. Кто сейчас заряжает авторучки? Пописал да бросил. Потому что эти авторучки вылетают с этого самой, с роторной техники моментально. То же самое патроны, снаряды и так далее. И вот производительность труда, ну, стала в 2 раза больше. То есть за то же самое время, те же самые рабочие, на том же самом предприятии, у того же самого предпринимателя произвели в 2 раза больше. Значит, теперь в единице продукции теперь сколько зарплаты? 2 раза меньше. Правильно? Ну, если я вдвое больше сделал продуктов, но в расчете на единицу продукции сколько зарплат? 2 раза меньше. Раз в 2 раза меньше, то значит, вот теперь вот эта половина, следовательно, зарплаты, которая теперь освободилась, ее можно всю перекинуть в прибыль. А можно половину перекинуть в зарплату дополнительную, а половину перекинуть в прибыль. Можно? С каждой единицы. Но вот если я половину перекину в зарплату, половину в прибыль, вот я предприниматель, и у меня голова на плечах. Я перекидываю половину в прибыль, половину в зарплату. Значит, я вам зарплату повысил? Повысил. Что нужно сказать? Спасибо. Вот. Я себе прибыль повысил, я сам себе спасибо. Вас я и не спрашиваю. Мне и так хорошо. То есть... Вот это подпадает под определение компромисса экономического. Причем это такой компромисс, который способствует развитию подъема производства во всей стране и развитию государства и общества. Потому что если производительность труда растет, а вы обратите внимание, производительность труда вообще молчание. Вот у нас опять политический подход. Молчание. А о чем должен быть разговор? Просто об объемах? Ну хорошо, давайте объемы. Если маленький объем, надо больше гастарбайтеров, больше будет. Еще надо больше, еще больше приведем. Но объем-то, это же не развитие. Объем – это вот просто увеличение без прогресса. А если производительность труда, то это прогресс. Это развитие. Значит, надо производительность труда повышать. Кто отвечает за производительность труда? Если я ваш работодатель и требую, давайте быстрее заворачивайте. Это что такое? Это интенсификация труда или интенсификация производства? Интересно, потому что если я заставляю вас быстрее работать руками, это у вас интенсификация труда. То есть вы за единицу времени тратите больше труда. То есть на единицу продукции вы тратили столько же, а на самом деле больше. Потому что чем быстрее я вас заставляю работать, тем, если график рисовать ваших затрат, то есть раньше были такие затраты, по мере удлинения рабочего дня или ускорения процесса, вы все больше и больше тратите своих нервов, рук, своей рабочей силы, и на самом деле трудоемкость растет. Это никакое не интенсификация производства. А интенсификация производства, наоборот, вы не затрачиваете никаких дополнительных усилий, но из-за того, что я вам даю новую технику, от вас требуется переучиться, овладеть этой техникой. А если я не дурак, и я предприниматель,
если я понимаю, что такое освоение техники, вы возьмете, если она ничего вам не дает, вам бы будете ей заниматься этой новой техникой? Вот это на вашу голову свалилось, надо переучиваться, что-то делать, и зарплата у вас не вырастет. Вот если я, так сказать, соображаю, то я вам должен, значит, сделать так, что вы с этой, от этого роста производительности труда получили бы существенный прирост заработной платы. А я бы получил существенный прирост прибыли. А из-за жадности, которая характерна для ну, таких вот темных предпринимателей, которые у нас получились там из бывших теневиков, потом они из бюрократов, из бандитов многие у нас существуют. У нас много ли из изобретателей, инженеров таких, как вот? Из КПСС они пришли, там они управляли какими-то там подразделениями и так далее. Вот не получается этого компромисса. А этот компромисс продвигал бы. Это он не решает противоречий совсем. Он его не ликвидирует, правильно? Противоречие между интересами рабочих, интересами собственников средств производства не исчезнет от этого. Но вот эта вот конфликтность, которая связана с разрешением таких, в общем, не самых крупных проблем, она исчезает при этом. И конфликт разрешается по линии общественного прогресса и развития общества и государства. И по линии развития работников. Если вообще вы возьмете капитализм, вот некоторые берутся и начинают капитализм просто, так сказать, ругать. Ну, во-первых, капитализм дал колоссальное развитие производительных сил. При капитализме произошла промышленная революция. Переход произошел от ручного труда к машинному. Производительность труда вырастала не на 2% и не на 4%, а в 10 тысяч раз. В некоторых случаях. Что такое промышленная революция? Это не то, что было 2, а стало 4. Это значит, что вот там десятки тысяч ткачей. Вы посмотрите, вот если вы посмотрите, это вот такое соткать или то, что в чем на вас. Представьте себе, нам бы надо было сейчас придумать, как это сделать. Это страшное дело. Ничего, у нас все записывается. Это останется. Нет, это привлечет людей к лекциям. Наконец-то стали лекции. Я вот на это и рассчитывал. Наконец-то вот у нас совсем другая обстановка. Сидят мужики смурные такие, а тут уже как-то вот все-таки веселее. Вот это компромисс. Вот. Люди же, надо же привлечь тоже к этому. Или то, что я должен, дескать, вот, граждане, у нас государственный университет, а государственное это знаете, что такое? Государственное это значит, я вас должен принуждать. Государство это машина насилия. Вы почему не ходили там, вы туда это не сделали, а вы что не сдали и так далее, а вы почему не отдали, я на всех раздавал. Ну и так далее. Сейчас будем меры применять. А какие у нас меры? Там принуждение, ну лагеря нам, лагеря у нас не отправляют отсюда, но отчислять могут. Вот. Ну вот, тогда это компромисс. И я должен сказать, что вот как это ни странно, это как будто вот такая вот трудно понимаемая, что ли, тема. Вот простые, ясные вещи, правда? И это действительно выгодно. Ну, потому что если мне приходилось по поводу трудового кодекса, я вам рассказывал, выступать в Думе. Вот когда я шел на выступление в Думе, думаю, ну что я хочу, и вот, вот сидят люди, там, конечно, не рабочие сидели, как вы понимаете. И вот я пришел, им буду рассказывать, что хорошо бы это вот рабочим. Но это как-то несерьезно. Вот поэтому у меня вся суть выступления была в том, что вы хотите на коне быстро скакать, ну так если вы будете его кормить гнилой соломой, то этот конь упадет, а вам сломает шею. Конь-то потом встанет и побежит, а вас уже не будет. Ну вы должны же понимать, что когда вы принимаете закон, то надо думать, что если не будет, так сказать, работник развиваться, то ни о каком научно-техническом прогрессе, если я хочу, чтобы вы управляли какой-то современной техникой, образование давать не хочу, то из этого ничего не выйдет. И вот они будут сидеть, и они хочется разбогатеть, хочется стать так, крупными капиталистами, а получается много крупных жуликов, вот в банковской сфере особенно. Посмотрите, их сколько ловят. 10 миллиардов, так сказать. Там украли, там украли. То есть, если человек не украл миллиард, то уже вроде как он не солидный. Миллионы никто уже не считает. Вон коммерсант газета. А там тетрадницы две заполнены тем, что вот, так сказать, очередных поймали. Это что, успехи в производстве? Что мы такого написали, вот, чтобы сказать, вот какие успехи в производстве? И наоборот, скажем, КАМАЗ. Ну, худо ли хорошо, но уж, по крайней мере, 10 раз-то выиграли мировое первенство. Спасибо, что-нибудь сказал коллективу КАМАЗа,
скажем, президент или премьер. Я вот удивляюсь. Дмитрий Анатольевич приехал, говорит, прокатился даже до аэропорта, говорит, хорошая команда у вас. А что, в других странах плохие команды? Это дело все в команде. Я как-то был в МАМИ, в Московском автомобильном институте, тут сидел ректор, проректоры. Я им говорю, вот все-таки наша команда это делает. Он говорит, ну это специально же на соревнования готовят машины. А что думаете, я говорю, во Франции прямо вот едет автомобиль прямо с мешками, быстренько восстанавливают ГАИ, значит, мешки сгружают и отправляют в Дакар, что ли? Ну все готовят, ну выигрывают же люди. Причем меняются команды, а выигрывают. Ну, значит, то есть много там можно найти недостатков у автомобиля. Если бы еще вместо поиска недостатков думали бы, как это совершенствовать, и выкладывали в это средства. А то ведь как-то вложение средств, вот скажем, то, что в офшоры отправляют, мы знаем. А то, что вы капиталист взял и вложил значительные средства в совершенствование, это известная редкость, правда? К сожалению, редкость. Хотя идет этот процесс, все равно идет. Есть такие люди, которые и вкладывают. Не шумят, не кричат, так сказать, а спокойно вкладывают. Ну, даже если вы возьмете там систему универсалов, ну, все-таки они там не на счеты же считают, все-таки там это все сделано, и это ускоряет это все, и думает, освобождает, как людям проще было, и так далее. То есть все равно этот процесс идет, технический процесс, особенно там в такой области, как там компьютерной области. Я помню, мы там нужно было для газеты принтер, ну, принтер стоил там 25 тысяч рублей, сейчас вам принтер лазерный, для которого А4 печатает, ну, 2500 можете спокойно купить и печатать. То есть там снижение цен идет. А снижение цен идет для этого. Снижает цены для чего? Ну, чтобы рынок увеличивался. А если, так сказать, ну, экономические идиоты, которые стоят с одной бутылкой и думают, что какой-нибудь шальной придет, купит за 500 рублей. И вот я получу. Или таксисты, которые ждет, он стоит, ловит вас клиентов на вокзале. Меня как-то поймал вот в Москве. Говорит, поедем в Москву. Говорю, поедем. Я говорю, а вы это, сколько стоит до Москвы? Да. Я говорю, ну у меня вот 700 рублей только. Нет, это только до угла дома мы доедем, который не выйдем из аэропорта. Ну, я говорю, ну хочет человек ехать? Поехали. Я против ради. Компромисс не получился у нас с ним. Ну ладно, говорю, спасибо, я дойду лучше до угла дома пешком. Это на свежем воздухе нормально. Вот, так что вот мы такой интересный с вами получили момент, что, то есть, возможен компромисс. Он и политический, потому что он применим не к отдельному работодателю и не к отдельному работнику. Он применим в масштабах всей России, правильно? И, в общем-то, мы можем, так сказать, требовать от класса капиталистов этого компромисса. И, собственно говоря, и призывать к этому же и работников можем. На каком основании? На том основании, что историческая миссия капитализма состоит в развитии производительных сил. То есть, может быть, эти капиталисты этого не осознают, и их, так сказать, считают только реакционные силы, но они, тем не менее, все-таки историческая миссия капитализма в развитии производства. И капитализм очень сильно развил производство, и еще развивает. Но вот почему-то еще, скажем, в Южной Корее развивает, в Америке развивает, наши все говорят, что нет, вот в России не может развиваться. Ну, конечно, если вы все деньги вбухаете в покупку Боингов и аэробусов, а наши заводы по производству самолетов приспособлены для наших нужд, имея в виду, что у нас и, соответственно, у них двигатели стояли выше, учитывая наши аэродромы местные. У нас уже не стало вообще местных авиалиний, и общение идет только через Москву. Приехали в Москву, из Москвы поехали в другую точку, а там можно было перелететь тут же рядом. И, скажем, если у нас был аэропорт на Ржевке, и можно было с него лететь по каким-то линиям, в Нижний Новгород, туда-сюда, только в Москву. Люди едут из Владивостока в Волгоград через Москву. А нельзя из Владивостока? Нет. Прямо в Волгоград? Нет. Вот так у нас уже построено. То есть я хочу сказать, что это вот тот процесс, который применим не к отдельным работодателям, а применим вообще ко всей вот этой политико-экономической ситуации в целом в стране. Вы хотите возрождения России? Не то что, ничего, говорит, не беда, что у нас нет этих самых, не будет у нас поставок с Запада. Мы привезем из Турции, из Китая, из Киргизстана, из Таджикистана. А вы не хотите картошку привезти из Тамбовской области, из Саратовской, яблоки, в Саратовской, там, вот едешь на поезде, там вот такие прям гирлянды они продают.
гирлянды из яблок, там прекрасные яблоки. Не, мы повезем там черти откуда. Ну, из Азербайджана повезем. Да мы не против того, чтобы из Азербайджана. Ну, конечно, если по 2 рубля берут за, по закупочную цену на морковку, кто будет ее сдавать? Запахивает. То есть тут есть известная безголовость. Безголовость связана с тем, что люди не понимают, что есть вот возможности компромиссов. Но вы сделаете не 2, там, а 10. И по 20%. Нет, им же вот мало, это 100% прибыли. Надо норму прибыли 300. Вот смотрит на тех, которые у нас в Ленинграде строят дома. Дома-то строят в расчете на 300%. Или сколько себестоимость автомобиля, вот я недавно узнал, от Пикуленко, который выступает по «Эхо Москвы». Он знаток. 20% Сан Саныч рассказал. 20% себестоимость вот на этих наших продаваемых автомобилей. Остальное прибыль. Ну, ясное дело, кто же будет. И все, они, у них хватает денег, все вот рушится у этих заводов. Ну, сделайте дешевле. Значит, пойдет это, будет продаваться больше. Так что это очень тоже важная проблема. Проблема. А вот по этой линии, по линии вот повышения производительности, то здесь нет предела и увеличения благосостояния работников, и повышения прибыли работодателей. Это, еще раз повторяю, это не разрешает полностью это противоречие, оно остается. Потому что если работники считают, что нужно все им отдавать, ну, это ваше дело, так сказать, политическое уже, это уже не экономическое. Но в экономической плоскости это вполне вот, вот такой возможный вариант. И он не противостоит никаким другим задачам, потому что от того, что будет больше рабочих, и они будут более грамотные, более образованные, более обученные, более культурные, никто не пострадает, ни рабочие, ни капиталисты. И капиталисту будут сохранены его деньги, потому что если смотрят на это вот самое средство производства как на некое чуждое орудие эксплуатации, то тогда к ним и относятся. Как в начале развития капитализма движение лудитов. Ломали машины. Сейчас их прямо не ломают, а просто вы из нее не будете выжимать то, что можно из нее выжимать. А зачем я буду выжимать, если как бы я ни работал, я получу такую же зарплату. И все. Нету. И как мне говорили на Красном Сорме, ну они нам дают разбавленную зарплату, а мы даем разбавленную работу. Вот что происходит. Так вы дайте сгущенную зарплату, вам дадут сгущенную работу. Так же не бывает иначе. На этом мы сегодня закончим. Спасибо. Вам спасибо особо. Вы нас тут продвинули. Вам особо спасибо. Вы как-то, как-то все так хорошо. А вам большое спасибо. Вам особо спасибо.